Нина Камленок работает учителем в 4-й школе, но, несмотря на занятость, каждый раз находит время, чтобы отправиться в очередной рейд с народным контролем. И ко всему всегда агитирует своих учеников не оставаться безучастными по отношению к вопросам качества продаваемых продуктов. Могут быть недобросовестным предпринимателем или магазинщиком сделаны, значит, недостоверные там срок годности и так далее. Мы можем это рассказать не только сами, говорят, увидеть, но и рассказать своим близким, друзьям, знакомым, соседям. Это же немаловажно, когда мы все вместе будем бороться. Нина Константиновна стала участницей семинара, на котором обсудили нарушения в сфере потребительского рынка Губкинского. Первым делом подвели итог реализации проекта «Единой России» и «Народный контроль» за последние 10 месяцев. За это время было проведено 17 рейдов, в ходе которых проверили 32 торговых объекта. По результатам проведения рейдов было направлено 5 обращений в контролирующие органы города Губкинского для принятия административного воздействия. Основные нарушения – истекший срок годности, отсутствие правильно оформленных ценников и необходимых документов, а также другие замечания. О том, какие документы должны иметь предприниматели при продаже сельскохозяйственных товаров, рассказал специалист ветеринарной службы. Ветеринарное свидетельство, форма номер 2 этого такого вида. Предприниматели знают, кто занимается продукцией животного происхождения. Ветеринарная справка, форма номер 4 вот такого образца – это справка, выданная уже местной ветеринарной службой для реализации непосредственно в городе Губкинске. А также сертификат соответствия и транспортная накладная установленного образца. Надо отметить, что с 14 по 20 ноября в Губкинском прошла неделя качества. Были организованы мероприятия, направленные на просвещение населения по вопросам качества товаров и услуг. Это были проведены и открытые уроки, экскурсии для учащихся и студентов. Акция «День открытых дверей» на объектах потребительского рынка. Участие в подготовке телепередачи «Имею право». Организация работы телефона горячей линии. На этом семинаре работа с предпринимателями не заканчивается. Очередной практикум проведут в следующем году. А это значит, что качество товаров и услуг будет под пристальным вниманием всех неравнодушных жителей города. Диана Визуевич, Шатракаев, новости Губкинского.